приветствую всех, я Рома DVD, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком фильме, который называется «Властелин колец». Я, конечно, прекрасно понимаю о том, что фильм уже прошел давным-давно и уже, ну, практически никому не интересен, потому что кому он был интересен, все его посмотрели 10 раз подряд, и у него масса-масса фанатов и поклонников, чего я, кстати, и, в общем-то, не понимаю. Сразу хочу сказать, что это не критика этого фильма, это видео является моим мнением по поводу этого фильма. Так как на моем канале больше 16 тысяч подписчиков, я думаю, мое мнение наверняка заинтересует моих зрителей. Именно почему я насчет «Властелина колец», ну вот, придерживаюсь определенного мнения. И сейчас я вам расскажу, какого. Я не буду говорить, хорошего или плохого, сделаю эти выводы сами. То есть, как я отношусь к этому фильму, хорошо или плохо. Я вам просто расскажу некоторые моменты. Начнем, пожалуй, с того, что еще только на заре выхода этих фильмов я попал как раз в индустрию вот этих вот всех развлечений цифровых. Мы стали башлять этими пиратскими дисками в то время еще. Эти фильмы только выходили, а мы уже их начали продавать. Люди их как горячие пирожки хавали, потому что скорость интернета в то время была ущербно низкой. То есть единственный вариант, нормальный вариант посмотреть фильм, это был вариант купить его на пиратке, там на DVD, к примеру. Вот. Чем мы, в общем-то, грубо говоря, успешно и пользовались, продавали эту хуету людям, которые ничего не понимали абсолютно и покупали эту пиратку. Экранки покупали рулонки, но рулонка еще так себе, но экранки люди покупали, чтобы посмотреть только этот расхваленный «Властелин колец». Покупали первую, вторую, третью часть, там, ну, со временем выходили и тоже, соответственно, появлялись там экранки, рулонки, и люди их расхватывали. Как горячие пирожки, собственно говоря. Мне это никогда как-то, в общем, не прельщало посмотреть «Властелин колец». Вот здесь самый главный вопрос. Почему? Почему меня никогда не интересовала вот эта вот серия Толкина, и, да и вообще вот вся эта фэнтези-хуета? Хотя я, в общем-то, люблю такие сказки, но я их люблю в качестве книг. И даже, наверное, скажем, ну, не совсем Толкина, вернее, скажем, совсем не Толкина, вот, а других авторов, типа Франц Лейбер, вот так далее. То есть вот таких вот люблю авторов, но ни в коем случае не Толкина. Мне абсолютно не нравится этот автор, но тем не менее эти фильмы я посмотрел. И буквально минут, наверное, 30 назад я закончил просмотр третьей части «Властелина колец». То есть я их посмотрел все три. И я скажу сразу, я не покупал их, эти фильмы. Я на такое говно не стал тратить денег своих. Вы уже поняли мое мнение по слову говно. Ну нет, я не скажу, что фильмы говно. Нет, конечно же. Хороший режиссер Питер Джексон. Ну как хороший? Хороший именно для этих фильмов, наверное, не более того. Блять. Ебаный Питер Джексон с его «Властелином колец» и его ебаным Толкином, нахуй. Пиво разлил. Ладно, давайте, наверное, по порядку начнем. Скачал я себе режиссерские версии. Да, качал с торрентов именно режиссерские версии. То есть, чтобы полномасштабно их посмотреть, без вырезок, без всех вот этих, без театральных, вот именно чисто вот полномасштабные режиссерские версии скачал. Первая серия длилась что-то там 3 часа 20 с лишним минут. Вторая что-то тоже 3.30 или что-то такое длилась. Ну и третья серия длилась 4 часа 15 минут. Но я вам, блядь, ребята, скажу, ебаный пиздец. Ну реально просто, пиздец ебаный, еще какой. Начнем по порядку. Первую серию «Властелина колец» я, наверное, посмотрел, ну, месяца полтора назад. Что-то как-то сидел дома и думаю, ну надо же посмотреть, его так хвалят. Ну, просто начнем с того, что как-то раз
сошелся в споре со своим корифаном, который мне сказал: ну посмотри «Аватар», тебе понравится это попсовое говно, это хуйдище сопливое, тебе понравится. Посмотри «Аватар» с этими синими уебками, с этими уебищами, ебаными хуевыми смурфиками. Я ему говорю: да мне не нравится такое говно, я не люблю эту хуету. Он говорит: посмотри, посмотри, тебе понравится. В общем, в итоге я посмотрел фильм «Аватар». Ну, под пиво я его, конечно, смотрел, потому что без пива такое говно смотреть невозможно. В общем, насчет «Аватара» я даже говорить не буду. Так, посмотрел, ну, вроде как прикольно местами, там что-то есть, ну, моменты есть какие-то, да. Ну, нужно отметить должное, там есть пара хороших актеров, там пару хороших актрис, которые сыграли и, в общем, сделали фильм, можно сказать так. Но ничего более, ничего более. То есть сопливое кинище, говнище для ванильных дурочек, скажем так. Или дурачков ванильных. Всякие бывают. Ну тут я смотрю «Властелина колец», потому что мне все говорили: посмотри, посмотри «Аватар», ну теперь посмотри это говнище, типа «Властелина колец». Я говорю: хуй с вами, ладно, хорошо, посмотрю. И специально взял, скачал все режиссерские версии, то есть удлиненные версии фильмов. И стал их смотреть. Знаете, ну, как я сказал, уже полтора месяца назад я посмотрел первую часть. Я ее посмотрел целиком от начала до конца за один раз, то есть за один присест. То есть я сел, включил и хуяк посмотрел весь фильм. То есть сколько у меня пива ушло, литров 5, наверное, блядь. Посмотрел этот фильм, такой, да, блядь, думаю. Но это, конечно, не самое говно, не самое говно. Но где-то на уровне, блядь, «Плинтуса», скажем так, нахуй. В общем, не знаю, как если книгу читать. Я люблю, конечно, книги, да, бумажные, я имею в виду, не вот эти вот, не на экранах мониторов, электронные, нет, я люблю бумажные книги читать. Он даже настолько, что я книгачи и любитель, но я думаю, что вряд ли бы я стал читать Толкиена. Все-таки как-то это, ну, просто пиздец, какая детская хуйня. Но, тем не менее, я посмотрел первую часть и думаю: ну, блядь, ну, если у меня мой работодатель мой, который мне раньше отдавал работу, с кем я раньше работал, именно по дискам, он говорит, я за один, говорит, день посмотрел все три части «Властелина колец». Еще тогда, когда они только вышли, еще первые не режиссерские версии обычные, то есть, говорит, за один день все три части, говорит, охуеть, вообще шикарно, нахуй, классно. Думаю, блядь, ну надо, значит, продолжить, ну, может быть, там дальше будет лучше. Ну и где-то там спустя какое-то время я включил, ну, делать было нехуй абсолютно, как бы я простывший, все дела. Думаю, ну почему бы не посмотреть вторую серию, вторую часть, да, «Властелина колец», две этих ебаные башни, или как это называется. В общем, я сходил за пивом и включил кинище. Сидел, смотрел кино, ждал чего-то, весь фильм чего-то ждал, не знаю чего, но вот чего-то я ожидал такого, что вот мне прям будет интересно и классно, и мне понравится. И вот я все это время ждал, знаете, вот надеялся и верил, что что-то произойдет такое хорошее и интересное, из-за чего мне фильм станет нравиться. Но вы знаете, вторая часть как-то вот прошла вот так и закончилась как-то, ну как-то так, что вот как и первая, закончилась ничем. И, в общем-то, я так понял, что вторая часть меня не то что не впечатлила, она мне понравилась еще... Нет, понравилось не то слово. Она мне не понравилась еще сильнее, чем первая, скажем так. Она мне не понравилась еще сильнее, чем первая часть. Если начало первой части, где эти хоббиты, как хоббиты эти маленькие, эти уебки, да, блядь, мелкие эти хуйсосы, гуляют по своим какие-то там праздники, какие-то там что-то фейерверки, ну, что-то прикольное такое было поначалу вроде как. Ну так, знаете, если половина первой части фильма прошла еще, ну, более-менее можно посмотреть, то вторая половина первой части вообще никак. Вторая часть целиком вообще никак. То есть вторая часть фильма вообще никак. И вот буквально несколько дней назад я собрался с духом. Простуда до сих пор не отступила. То есть, как бы, ну да, я ее лечу, эту простуду потихоньку, постепенно. До сих пор еще не выздоровел до конца. Это злоебучая вот такая вот простуда, которая вот уже месяц поселилась, и, блядь, никак ее выгнать нахуй не могу. Вот, блядь, ну, постепенно я, конечно, пинаю эту ебаную простуду.
Я думаю, ну раз делать нечего, я же не буду сейчас снимать какие-то DZ или еще что-то, потому что, ну, голос, все дела, нам постоянно нужно говорить, и голос срывается в фальцет, и все дела. Вы это можете наблюдать, даже вот сегодня я снимал видео, которое называется «Мнение по игре Метро 2034 Last Light». И там у меня голос садился, прямо в фальцет уходил иной раз. То есть, ну вот, даже видео 30-минутной длительностью я и то не смог нормально снять. Что же говорить про 4-5 часов DZ, из которого потом полчаса всего получается. Сами понимаете, что с голосом. Вот я даже сейчас говорю, и у меня тут же начинает пропадать голос. Вот такая вот простуда весенняя, вот хуй знает, подхватил от кого-то пидораса месяц назад, и вот до сих пор вот еще не вылечил. Ну хуй его знает. В общем, это не важно. Важен факт другой. Важно то, что я начал смотреть, и она состоит как бы из 4 часов. Это вот вторая, третья серия, из 4 часов. Но после того, как я посмотрел вторую серию, нет уж после первой не хотелось вторую смотреть, но если пересилил. И посмотрел вторую. И после второй серии, мне вообще просто пиздецки не хотелось включать третью. Я думал, удалить компа нахуй. Но вот то, что меня заставляет доигрывать самые скучные игры, казалось бы, до конца, как геймера. Вот. Я вот как геймер люблю игрушки, да. Играю в игры на компе, охуенно. Мне прикалывает, мне это нравится. Но в последнее время стал очень избирательным. То есть, если раньше любая бы практически игрушка новенькая покатила бы и сказал, я бы сказал, о, заебись, все. Сейчас я очень тщательно выбираю игры, и мне очень сложно угодить с играми. То же касается и фильмов. А насчет фильмов, кстати, всегда так было, потому что я вообще киноман еще тот. Вот, и поэтому насчет третьей части я сразу подумал, в пизду ее нахуй. Но пересилил себя и заставил и себя включить и посмотреть. В общем, это было, наверное, неделю назад, когда я начал смотреть третью часть «Властелина колец». Я сразу купил себе 5 литров пива, чтобы не бегать за этими бутылочками. Я купил себе 5 литров пива, засел дома и за 2 часа эти 5 литров пива высосал. То есть, а фильма еще 2 часа. То есть фильм 4 часа длится, третья часть длится, режиссерская версия. Вчера повторяю, режиссерская. Длится 4 часа. И, в общем-то, я 5 литров пива за 2 часа высосал. То есть, когда фильм интересный, ты вроде как ты не так особо прикладываешься к кружке с пивом. А когда фильм говно, то ты только и занимаешься тем, что ходишь, куришь, допьешь пиво. Ну, потому что тупо скучно, да? И вот я посмотрел 2 часа фильма и выключил. Я думаю, нет, надо будет досмотреть все равно, раз уж начал. Хули, теперь уж интересно, чем вся эта хуйня закончится. Хотя приблизительно уже доказывал. Ой, да. Приблизительно уже догадывался, чем это все закончится. Вот. Проходит еще несколько дней, и тут я опять сегодня беру пивасик, снимаю мнение по игре Metro Last Light, редактирую, монтирую его, заливаю его на канал, и тут думаю, ну пойти в Warface, поиграть с кланом, либо там отдохнуть, посмотреть киношку. Ну, думаю, ну ладно, хуй с ним, раз я сегодня типа занимался всей этой хуетой по съемкам метро, думаю, ну почему бы и не сделать так, чтобы посмотреть фильм. Ладно, хуй с ним, досмотрю. 2 часа, чем будет висеть-то уж. Хуй с ним, досмотрю. Включил я как раз того места, где закончил, даже отмотал немножко, ну и начал смотреть. Смотрю я кино и не понимаю, что в нем люди находят. Вот действительно, все «Властелин колец», «Пластилин пиздец», что вот я не понимаю. Я смотрю кино, блядь, вот так. Ебаный, быстрее бы эта хуйня кончилась. Сука, в пизду, блядь. Ну быстрее бы эта хуйня закончилась, блядь. Пойду поставлю на паузу, пойду покурю. Блядь, быстрее бы эта хуйня закончилась. Ебаный пиздец. Вот так я смотрел этот фильм. Я досмотрел это кино. Да, конечно, я не скрою, на последних минутах фильма они выдавили слезу, вот так сказать. Я человек довольно-таки сентиментальный, и несложно это сделать. Выдавили слезу, я такой сижу, такой, блядь, думаю, блядь, ну пиздец, сука, круто, как все получилось, а. Но тут же понимаешь, что это полная хуйня, это чисто играет на чувствах.
То есть тупо играют сценаристы, режиссеры, тупо играют на чувствах зрителей, а для того, чтобы хоть какое-то там впечатление осталось в себе фильм, потому что действительно фильм-то реально вообще говно полное. Абсолютное хуетище, хуетень, блядь. Вот. И я вот такой подумал, так, ну, блядь. И тут стало вспоминать события фильма. И думаю, как-то все не вяжется, ребят, вообще никак нихуя не вяжется. Весь фильм, какие-то гоблины нападают, как они? Гоблины, орки, ебаные орки. Ну, гоблины, орки, наверное, похуй, да, абсолютно. Вот, нападают на людей какие-то орки, постоянно идут толпы орков. Вот, они нападают, они идут, все с единственной надеждой и целью истребить людской род. В общем, на протяжении всего фильма меня не переставал интересовать один единственный вопрос. А где же, блядь, все остальные? То есть, объясню сразу. По всему сюжету фильма с орками, или как гоблинами, эти орки, хуёрки, с ними сражались только люди. Только люди. То есть, все войска, которые выступали, это были только люди. Да, я не беру в расчет вот этих там четырех, как их, эльфов, этих маленьких, как этих маленьких-то, пиздюков-то звали. Воблины-гоблины-то, как их, ёб твою мать-то, блядь. Что же, ёб твою мать, как их... Шреки-то эти ёбаные, блядь. Ну, этот Бильбо, который... Хоббиты, вот. Мне интересовал вопрос. А где все войска хоббитов? Ну, хоббиты вроде как бы не воинственные, они землепашцы, земледельцы. Но если кто-то читал книгу, кто-то, а по книге сказано, что народец, хоть и, в общем-то, не особо многочисленный и довольно миролюбивый, но, тем не менее, всегда они кучкину мать всем покажут, эти вот хоббиты. И меня интересовал один вопрос. Раз идет война на истребление, вот эти все черные пидорасы полезли, так называемые орки, или как там, корки, блядь. Где же войска хоббитов? Почему же они людям-то не помогают? Это первое. А второй меня интересует вопрос, где же, блядь, эльфы? Ну да, как-то там на протяжении фильма король, или как там, царь этот ёбаных эльфов, он высылал там пару раз свои войска, пару отрядов, правильно будет сказать, там, малочисленных, абсолютно, на истребление этих гоблинов, воблинов, этих орков, в помощь людям. Но, а почему же они все не скооперировались? То есть собрались бы все. Есть такие, как Логовас, или как он, Лодолаз, Водолаз, как он, блядь, Логолаз, блядь, Леголаз, блядь, вот. Если они все такие снайперы, они въебательские читеры, блядь, которые, сука, аимщики прямо все хуярят ни одного раза не промахнувшись. Почему же он тогда, блядь, не послал всех? Они бы всех нахуй перестреляли, блядь, со снайперской дистанции. Вопрос. И третий вопрос. В игре, в этой, как ее ебаный, фильме, запомнил я прекрасно еще одного хуерыгу, этот маленький такой рыжий педераст, как же его, блядь, толстый такой, коротконогий, как бочонок-то с пивом, как же его, блядь, как тумбочка, ну как пенек, ебаный, блядь, гном. Вот, там был гном, его звали Гимли, я это прекрасно запомнил, не знаю почему Гимли, хую знает, ну запомнилось мне это имя Гимли, не знаю почему. Вот, был Гимли, гном. И он все рассуждал о том, что эти гномы такой, блядь, народец такой, все крепкий, свирепо, мы за всех порвем, все, блядь. Сука, если на протяжении всего фильма хоббиты, их было четверо, хотя бы четверо. Также были эти логовазы, блядь, как их, эльфы. Их было там пару отрядов. Хоть чуть-чуть, хоть чего-то, кого-то, да? Но гном был всего один на протяжении всего фильма. Это что, блядь, за расовую дискриминацию, или как это еще можно назвать? Мифических существ, ёб твою мать. Почему гном, почему не сворвалось отродье гномов, как не отродье, отряд гномов почему не сворвался, и в помощь людям, почему не пришел отряд гномов боевых, там таких ебаных на собаках, там приехали бы с топорами, ебаный всем пиздец, всех порубить на мясо нахуй, гномы. А почему гномы не приехали?
Вот меня интересует. Финальная битва. Третьей части. Собрались все биться, рубиться, яйцами об стену биться. Люди. Там один эльф, один гном, два хоббита и все остальные люди. У меня вопрос. Вот когда истреблять пытаются весь мир, какие-то ебаные орки, черные черножопые орки лезут. На защиту встают люди. А все вот эти благородные эльфы, блядь. Все эти нахуй тихие, блядь, боевые гномы. Все эти хитрожопые еврейские, как их, блядь, там, хоббиты, блядь. А где же они были? Спрашивается вот вопрос, где они были на этот момент? Где? Почему они не вступили за людскую расу и не помогли отстоять людям мир? И согласитесь, если бы они всей толпой, всей пачкой бы напали, собрали бы все эльфы, нахуй, все гномы, блядь, все хоббиты. Да в рот их ебать, распиздошили бы всех. Но вот в фильме этого не произошло. Бились одни люди, и мне интересно знать, почему именно вот не было этих самых персонажей сказочных, этих гномов, этих эльфов и этих хоббитов. Именно в битвах, почему они не участвовали. Вот, интересно. Также еще интересен один мне вопрос, интересует меня. Даже не один, а, пожалуй, два. В конце, ну, где-то ближе к концу третьей части появляется такой персонаж, как Назгул. Такой хуйрыга, состоящий из латов и тьмы, летающий на каком-то там змее Горыныч, ну, драконе, скажем так, это не змей, не Горыныч, не дракон, даже хуй вообще пойми, кто такой там был. Вот. Он летал на этой хуйне, он был один. Его эта баба убила, блядь. Баба там, это пизда, блядь, короля какого-то там, блядь, его племянница, короче, грубо говоря. Она говорит, типа, меня ни один мужской, типа, не может люд убить. А то она говорит, а я не мужик, а я баба, мол, снимает шлем, и на, въебана ему нахуй саблей, как ткнет, блядь. И еблище ему все, скукожило все его, и ссохся, пидор, и подох, блядь. Вот. А где остальные Назгулы? Их там было 6 или 7, или 5, я хуй его знаю, я не помню, честно. Но их было несколько, я точно знаю, их было несколько. Меня что-то интересует вопрос, а где остальные Назгулы? То есть, в третьей части появился один хуй в конце. Его заебашили, въебало саблей. А остальные-то где? Назгулы. То есть, если там против людей война, вся хуйня, где остальные Назгулы? Опять же вопрос. Очень интересный вопрос, ребята. Действительно очень интересный вопрос. Ну вот, нету их нихуя. Куда делись, блядь? Хуй разделись, неизвестно. То есть, абсолютно вообще непонятно. То есть, куда они, блядь, делись? Неясно. То есть, вот такие вот упущения мелкие. Казалось бы, мелкие упущения, на самом деле очень сильно влияют на фильм. Ты когда смотришь, задаешься вопросом, откликаешься, думаешь, ну пиздец, хуйня какая, ебаный пиздец, блядь, нахуй. Но это еще далеко не все. Интересует еще один вопрос. Если все люди знали про легенду о том, что Назгулов может убить только баба, почему же не создали отряд таких злоебучих амазонок, науськанных чисто на истребление Назгулов? Еще один вопрос по сюжету фильма. Хорошо. На это вообще хуй кто... Сам Толкин на это не ответит, на этот вопрос. Ну, он давно уже на этот вопрос не ответит, да? Прекрасно знаете, в каких годах он помер уже, да? Уж царствие, как говорится, хорошему писателю, но тем не менее... Тем не менее, хочется узнать, но... Скорее всего, никто не ответит на этот вопрос, наверное, кроме самых заядлых толкиенистов, которые изучают все и говорят на этом, блядь, тарабарщине эльфийском или каком там языке, который он там придумал. Ну, все мы знаем, что Толкиен придумал какой-то там язык, какой-то, ну, вымышленный сказочный свой, вот этот вот властелиновский колецовский язык он там придумал, короче. И все эти ролевики, которые тыкают друг друга копьями, тыркают этими палками в лесах, блядь, все они знают этот... ну, не все, но пытаются учить тарабарщину эту. Нахуй это нужно, вообще непонятно. И вот самый главный вопрос, к которому я подхожу. Был такой колдун Саурон, который сделал это злоебучее кольцо всевластия. Саруман или Саурон, я не помню. Их там два хуя было. Один колдун, типа Гэндальфа, вот Гэндальф, еще запомнил, имя Гэндальф было, да? На Гондон похоже, наверное, поэтому и запомнил. Гэндальф был, Гэндальф серый, Гэндальф белый, два веселых куся, блядь. Вот.
Был хороший такой добряк Гендальф, такой дедок, седовласый, и был злоебучий хуесос, по-моему, Саруман, если не ошибаюсь. Ну, это не важно, это не главное. А главное то, что был еще самый главный хуй, из-за которого вся эта проблема и случилась, скажем так, это был Саурон, у которого глаз пизда, пиздатый глаз, я не знаю, как назвать, тут огнятая хуета, вот эта вот, которая горела огнем, такая вот, ну, похожая на пизду, блядь, в огне, в рыжих волосах, ну, что-то в этом роде. Вот, Саурон, по-моему, да, если не ошибаюсь, был. Интересный вопрос задаю такой. Помните, в конце третьей части, когда выходит с ним яйцами биться вот этот вот, кого потом назначат-то королем, блядь, ну как его нахуй-то, хуя-то, блядь. Ну, короче, хуй, которому меч-то заново сковали, блядь. Ну, вы поняли, да, о чем я сейчас говорю. Хуй, которому заново меч сковали. Вот. Он выходит биться. И тут всем пизда, как бы. А где тот Саурон? Он за весь фильм-то где, блядь? То есть, ну, вышел бы, сказал бы, как бы, ах, блядь, ёб твою мать, все охуели, что ли, блядь? Нет, он так и не появился. Кольцо это сожгли, расплавили, хуй как бы с ним, это ясно, понятно все. Но и он, возможно, с этим делом подох. Но ведь пока кольцо не расплавили, он-то вроде как бы существовал же, но он почему-то не вышел и нигде не появился. Вот меня интересует такой вопрос. А что же ты, блядь, собака серая, сидел на хуй и никуда не вылез? То есть, вот, все эти фильмы полны несостыковок, нестыковок вообще, то есть, как бы, ну, короче говоря, мне фильм не понравился. Ни первый, ни второй, ни третий. То есть вся трилогия фильмов «Властелин колец» полная хуйня, фуфло, туфта и говно. Короче, это мое личное мнение. Вы, конечно, имеете право на свое мнение, а я имею право на свое мнение. Вот, в общем-то, сейчас свое мнение я и высказал. Фильм хуйня. Внимание не заслуживает. Зря потрачено 12 часов времени на просмотр этого говна. Я бы лучше пересмотрел фильмы Тарантино по пятому кругу. На 10-й раз, блядь, хуй его знает, как там, может, сколько я раз пересмотрел их. Ну, знаете, от них хотя бы удовольствие морально-эстетическое получаешь. Но когда смотришь «Властелин колец», когда смотришь «Властелин колец», откровенно говоря, скучаешь. И ждешь, быстрее бы фильм закончился. Не потому, что он затянутый и долгий. Я как раз наоборот люблю продолжительные фильмы, которые там длятся там больше 2,5 часов, 3 часа. Это вообще пиздатый фильм, который длится. Ну, вот как «Сука, любовь», например. Но фишка в том, что есть хорошие фильмы, которые длятся 3 часа, а есть говно, блядь. Да, он пиздато снят, там все красиво снято, действительно красиво снято, звук неплохой. Неплохой звук, хорошо, красиво снято все. Опять же, режиссерская версия, все дополнения, казалось бы. Смотри, наслаждайся. Отнюдь. Нет. Ребят, я не получил удовольствия. Я посмотрел все три части, я удовольствия вообще не получил. То есть. Осталось куча вопросов, которые я озвучил, почему так, а не так. И осталась огромная неудовлетворенность. Не потому, что эти вопросы не были решены на протяжении всего фильма, а просто потому, что неинтересное кино. То есть ты смотришь, картинка эпичная. Есть даже кому посочувствовать, пособолезновать, нихуя, сочувствие, блядь, сука, жалко, блядь. Вроде как. Ну, знаете, америкашки любят на слезу давить. Америкашки это такая хуйня. Они любят на слезу из зрителя выдавливать. Если америкашкинский режиссер не выдавил из зрителя слезу, значит фильм снят зря, и он не получит хороших оценок, потому что эмоций нет, понимаете? Таких слезливых. Вот, в общем-то, к чему привыкли вот эти обрюзшие гамбургеры, блядь. Ему либо пожрать, либо поплакать. Главное, гамбургеров еще пожрать, в общем. Тупая хуета для тупых америкосов, честно сказать. Нисколько меня не прельстили эти фильмы, нисколько они мне не понравились. Я считаю, что «Властелин колец» все три части. Как минимум, полнейшая хуета. И причем намного хуевей, намного. Чем фильм про синих уёбков? Я уже забыл, как он называется. Аватар, ёбаный аватар.
Говнище полное. Ну вот, теперь вы узнали мое мнение. Аватар говнище полное, Властелин колец еще хуже, во много раз. То есть, чтобы хуже Аватара кино представить, это нужно постараться. Это ж говнище пиздец. Но вот именно Властелин колец, это такое уебанство вообще. И действительно для меня остается загадкой, почему многие люди так любят эти фильмы. Возможно, книги не такие скучные. Возможно. Но я никогда не возьмусь купить себе какую-то фэнтезийную книгу, которая стоит 1,5 косаря. Это «Властелин колец». Она вот такая вот толстая, она вот такая вот огромная эта книга. И читать ее за 1500 рублей, да в пизду нахуй. Не, это слишком дорого, ребят. Очень дорогие книги, поэтому если бы она стоила там рублей, я не знаю, 300, я бы ее, может, купил нахуй. Но за 500 рублей, пф, даже не стал бы брать. А за 1,5 косаря идут они нахуй вообще к пизду все, вместе взятые, вот. В общем, так я отношусь к творчеству Толкина. Я не скажу, что сам Толкин был хуёвый и что-то писал хуёвое. Возможно, книги интересны. Я ведь начинал читать в электронном виде эту книгу, ну, чтобы понять, в принципе, про что. Так, скользнул взглядом туда-сюда, туда-сюда, глянул. Ну, вроде как можно посмотреть. А вот когда стал смотреть-то фильм, понял, что пиздец, совершенно другая хуйня. То есть, ну, наверное, все-таки книги намного интереснее, чем фильм. И, наверное, в книгах почему-то объясняется, почему там не пришли на помощь гоблины, ёблины, эльфы, хуэльфы и все прочее. Ну, как гоблины эти, гномы эти, блядь, эти, блядь, хоббиты на помощь людям. Может быть, все и объясняется, ребят, я не знаю. Но в фильме ничего не показано, ничего не сказано. Короче говоря, фильму неуд, фильм полное говно, полная хуйня, это мое личное мнение, опять же. Ваше мнение с моим может полностью не совпадать, но свое мнение высказать я обязан. И если вы согласны со мной, если вам просто хотя бы понравился данный видеоблог о том, как я смотрел «Властелина колец», ставьте смелый лайк, мне будет приятно. В общем-то, говорю еще раз, фильм говно, тех, кто не смотрел, не смотрите. А те, кто смотрел и всем понравилось, ну, у каждого свое мнение, опять же, еще раз говорю. Вот, ну, а на сегодня, пожалуй, хватит, надо заканчивать пиздеть про «Властелин колец», потому что и фильм-то и так унылое говно, хотя я вот про него рассказываю намного интереснее, чем он есть на самом деле. Так что подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. А с вами был Рома DVD, всем пока, пока, пока.